Соломоплетение, глина, мягкая игрушка – это далеко не весь перечень объединений по интересам, с которыми успели познакомиться ученики 8-й школы. Набор в кружки и студии дополнительного образования уже начался. С многочисленными направлениями педагоги знакомят детей в ходе выставок, которые проходят во всех учреждениях образования района. Стоит отметить, что в Центре творчества детей и молодежи работают объединения, связанные не только с рукоделием. Попробовать себя ребята могут и в кружке актерского мастерства, или в интеллектуальных играх. И когда дети приходят ко мне, в первую очередь, конечно, мы начинаем их развивать, готовить, потому что, как известно, знатоками не рождаются, знатоками становятся. И развиваем память, скорость мышления, реакцию, интуицию, логику. Набор в объединение по интересам будет проходить на протяжении всей недели. За это время увлечения по душе найдут многие ребята. С выбором уже определилась и Анастасия Цудик. Когда я вырасту, хочу стать художницей. Я сейчас пойду учиться рисовать. Всего в Солигорском районе работает 4 учреждения для дополнительных занятий детей и молодежи. День открытых дверей у них состоится 7 сентября.